The Exit. Что сейчас будет? Глава первая. Начало. Куда? Адекватно. Давайте, пока его нет. О, кто звонит мне в такой час? Так. Где? Где телефон? Алло. Алло. Помоги мне. Дэвид, ты в порядке? Видно, да. Дэвид, ответь мне, ты в порядке? Известно. Что это было? Так, рассмотрим на крест комнату, как я и хотела. О, вот звонок из школы, мне нужно пойти помочь ему, он мой друг. Ищи факел в своем доме. Факел? Ну ладно. Так, давайте рассмотрим, блин, наконец комнату, как я это и хотела с самого начала. Первым мы видим плакат Бенди. I can see you. Я могу видеть тебя. Good vibes only. Только хороший вайб. Плакат из ФНАФа первого. Карта мира. Еще один плакат из первого ФНАФа. Ты чё прыгаешь по всей комнате? Тут гравитация. Тут гравитация маленькая. Ты прыгай. Гравитация как ты... маленькая. Понятно. Мы на Луне. Так. Выходит. Да блин! Открой дверь. Какашка все ходит передо мной и мешает мне. Ай. Ай, что такое с комнатой этой? Нам нужно факел найти. Фонарик. Фонарик? Ой, не факел, что ли? Что это было? Я ничего не заметил. Линтерн, блин. А, иди в школу. Иди в школу. Ок. Фредди. Фредди. Ок, пошли дальше. Так, мы перед школой даже не будем есть. Пицца. О, смотри, это атака титанов. Да. Где мы вообще живем? Побежит что-то, наверное. Мы даже рюкзаки с собой не взяли, нам пофиг, да, настолько? Да, и минус. Вау! О май гуд! Who is she? Что? Ох, хорошо! Ой, ой, мое хорошо! Что это было? Гениально английский, считаю. Вообще сейчас ночь вроде бы. Зачем мы идем в школу? А тебе не надо было перед школой побриться хоть бы? Сестра. Нет. Боже. Меня монстры побреют. Поэтому мы ночью и вышли. О, пешеходный переход, а вон и школа. Похоже на тюрьму больше. Сейчас что-то проедет, надо, может быть. Налево, направо идти. Да, и еще пока идешь, еще раз посмотрели в другую сторону. Эскуэлла Метро Гансел Мартина. А, мы идем в школу, чтобы пацана спасти. Это странно, школа всегда закрыта на ночь. Нахер мы вообще пошли помогать своему другу? Сам справится. О, смотри, что, тут кровавые следы. Следы, это не странно? Нормуль. Кто-то это звонит. Разница. 911, что у вас случилось? Мы позвонили, что ли? И сбросили. Или сразу. Это кто-то оставил. Боже мой, телефон, кто его издал учили? Этот звук? Какой звук? Я ничего не слышала. Это он про то, что там 911? Сиреноголовый может изобразить звук 911? Может, в туалете он спрятался? Как открыть двери, блин? Я не понимаю.
На еже. Мы уже открывали двери. Вот. У меня тут нельзя открыть ничего. Нам нужен ключ, чтобы открыть это. Может, в мусорке? А вот, нет, нет. Может быть, здесь? О! Няма-няма. Стой! Какая тут что-то будет? Мы в вентиляцию залезли. Настолько вот он думает, что где-то здесь ключ. Да, где Дэвид сидит? Чё тут? Ага. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, стой, где ты? Там что-то стоит. А тут что, проверил? Мать! Мать! Что такое? Так, это химии класс. Ключ. Математики. Я ключ нашел. Тогда обратно идем. Ну что ты там? Оу! Сука! Ты тоже выскочила? Да, тоже. Ты что там-то сбила? Ну чё? Тут вообще не та дверь, или не та? Та должна быть. Ой, смотри, тут как бы гаснут лампы, тебе пофиг? А. Типа страшно, Миша. Я думал, что ты вожу? Сейчас что-нибудь появится. Ну и? И шо? Они уже погасли все или чё? Я вижу тебя. Ой, надо будет так. Я вижу тебя. Кто? Ну кем она была? Да хуй его знает. А чё, как они загорелись, они же лопнули все. Мне нужно быстро найти Дэвида. Так, мячики. Это что вообще за место? Я бы не торопился. Надо было просто позвонить в полицию. Зачем мы пошли вообще сюда? Как мы увидели кровь еще. И что, мы должны бояться рук появившихся? Я вылез на руку, и она попала. Рука меня не любит. О, вон там есть проходик. Куда? Адекватно. О, привет. Я раньше ходил в эту школу, я был хорошим учеником, но со мной что-то случилось. Адекватно. Я возвращаюсь домой, но встретил парня, я получил на, но я обнаружил, что я не просто хотел, что... Меня похитили. И в тот же день я умер от убийства и поклялся отомстить. А мне-то за что? Я это сделал, что ли? Я узнал, что похитителя был сын, и пришло время принять меры. Мое имя сына. Мара. Сына? А ты не дочь разве? Это про брата, про друга, который этот, мы к нему пришли сейчас. Ой, фу. А, она одну букву в своем имени забыла. О. Начальную. И чё она хочет? Где я? Пропусти. Я где? Ну ещё пофиг где. И шо? Ты там, где всё это произошло. И я убил всех. Вы думаете, что только потому, что отец был убийца, должны похитить его сына? Пришло время всему этому прийти к концу. Блин, нихуя не вижу. Итак, найдите выход. Что за смех, блядь? Найдите 6 записок, чтобы выйти из больницы. 6, мать твою, записок. Это что за? У нас начался... Я не знаю, у нас начался слендер. Я тут все шкафчики... Можно открывать этот понос. Нашел. Нашел? Понос? Весил 50. Да пошел ты нафиг! Открой мне эту какаруду. Вальтет не забыл не хопить.
Сколько тут вообще этих ящиков, блин? Я уже миллион открыла и ничего не нашел. Пока. Он нашел. А, да как ты это делаешь? Они в ящиках или нет? Бывает, в ящиках бывает, просто лежит на комнате. Ты уже в какой комнате? Я в первой. А. Блин. Что там у тебя? Слушай, иди сюда. Я не могу. Тут монстр руки вертит. Блин, я тут пока ищу. Записка должна быть где-то в одном из ящиков, точно. Так я уже нашел одну в ящике. А у меня в другом комнате ящик. Другой. Я думал, тут у тебя обычная комната, а у тебя вообще фигня. Фигня, блин, у меня тут все в ящиках. О, нашел. Да как так-то? Убирай. Отбирай. Ааа, бля, хожмухаш. А ты скримахнулся. Можно съесть? Можно нож достать, а потом мы обкатим. Ну реально, нож достать, и мы ее зарежем. Хорошая идея. Там руки, короче. Кирай в шукаде. Ликвид. Так, в этой комнате руки? А, нет, нет. Это нет, не тут. Я хочу позырить просто. Что это? Ничего. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Что это такое? А, это доска Уиджи. Уиджи? Ну, Уиджи или там Уиджи. Ну, в общем, у топа видео. А кто вообще дебил принес сюда? А еще и пентаграмму какую-то нарисованную, доделанную. Давай. А? Тут, наверное, будет скримак. Мне кажется. О, записка. О. Так, следующая комната. Так. Коляска. Записка тут на спине висит, посмотри. На спине? А, вот и ты что делаешь? О, Фокси. И записка. Фокси? Да, Фокси Мелки сидит, смотри. Как из четвертой части, где он в шкафу сидел. Ты еще спиди. И спиди, это поносное. О, да. Отсылочка. Вот, смотри. Висит поносно. Гениально. Так, и чё? Можем бежать? О, блин. Изи. Нет, градиво, блин. Чего понос? А мы в земле? Что такое, где мы вообще? А, мы в лесу. Адекватно, там же маленький проходик вроде был. А вообще помнишь, что мы пошли в школу, чтобы Дуга спасти? Теперь мы по лесу, блин, ходим. От этого были в больнице. Какой-то. Непонятной. Что такое лагануло сейчас? Я вот помню, мы где-то пошли так же шли. Ну да. И там потом были лабиринты. Дэвид, ты в порядке, приятель? Нет. Ты хочешь его вернуть? Прическа, сначала ты должен... Чё? Дай меня вернуть моего друга. Блин, кто придумал делать белые? Вернуть. Я найду тебя, мой друг, я обещаю. Белые субтитры, блин. Хоть бы обводку сделали, я вообще не могу прочитать их иногда. Да, он говорит что-то. Да. Что же это такое? О, на дереве кнопка. Может быть, это реально кнопка? Кринж. Да. Как она работает, от чего? На батарейках? Так, найти 3 бабочек, чтобы активировать ритуал. Что за бабочек? Может, батом он хотел? Это бабочка была? Это бабочка была или нет? А-а-а, река-то. Нет. А, бабочка, это реально бабочка. Статуи. Марипоса 2. О, статуя. Тут. Да-да. Их нужно на руки статуи положить.
А как понять, на руки статуи их нужно по. А как понять, какая из них какая? О, я вижу еще одну бабочку. Нет, не та. Там что-то. Я иду к бабочке. А, бабочка. Кто зовой? И там еще одна есть. А, и там еще желтая бабочка горела. Да, да, горела. Да, там еще какая-то вдалеке была, есть. Или? Вот в той стороне, куда ты смотришь, там еще одна бабочка есть. Не, не та, блин. Вот, ты нашел. Вот это, вот тут, наверное, вот там, где ангел, от которого я сейчас иду. Потому что у меня там ни одна не поставилась. О! Что за эффекты из Джорджа? И шо? Финальную надо. А, пресрёна. Попробую. Вот. И шо? Что за звуки? Ой, смотри, там что-то падает! А, блин, это листок. Я думаю, блин, какой-то монстр летит. И шо? Там что-то орёт, походу, внутри. Внутри, походу. А мы открыли его. Кринж. Ой! А, смотри, это на, дуда. Что ты тут делаешь? Оно в меня открылось, блин, я испугался. Чё ты, а? Не страшно ни хера. Верни нам Дэвида уж, иначе мы тебя обхотим. Нет, я открываю её! Ты... Жердяйка. Где мы вообще? Помнишь, мы в школу ходили, чтобы друга спасти? А потом в больницу. Да. Потом по лесу ходили. А теперь мы где, блин? Там кто-то мертвый валяется. Нет, это что, Дэвид? Там Дэвид. От Дэвида было столько о, крови. Дэвид. Неудивительно, что он умер. Неудивительно, на то, что он умер, потому что там была куча крови. Глава первого завершения. Такое, что... Дэвид был нездоров. Дэвид мы добрались здоров. До больницы, и он умер. Ну, естественно, но что-то было не так. Я чувствовал, что... Что-то не так, и я сделал что-то не так. Когда я пошел активировать статую, я не думал, что мы ослабили демона, который похитил Дэвида. Я думал, что мы вызвали еще одного, и теперь дело не в Дэвиде. В нас? Я думаю, что это не конец истории или того, как она закончится как сказка. Надеюсь, сейчас не одна голова окажется. Блин. Я думаю, он преследует меня сейчас. В окно выглянет, наверное. Что? Ладно. И шо? Вольвер.